Уважаемые коллеги, дорогие друзья, уважаемые ветераны, в преддверии Дня медицинского работника я обращаюсь ко всем к вам. Хочу поздравить вас с наступающим праздником. Да, 2020 год был очень сложным для нас, очень тяжелым. Он продолжается таким же тяжелым. Мы учились вместе с вами работать в новых условиях, изучали новую болезнь и продолжаем учиться и работать в новых условиях. Выполняем постановления правительства, выполняем приказы Министерства здравоохранения, выполняем все постановления чрезвычайной комиссии. Каждый из вас стоит сегодня на посту, несмотря ни на что. Вы все верны своей профессии. Я надеюсь, что никто из вас за этот период не пожалел, что мы выбрали эту профессию. Наше первичное звено научилось работать 24 часа в сутки, без выходных, без праздников. Но мы стоим на страже нашего здоровья. Мы хотим доставлять вам качественную медицинскую помощь. Медицинская помощь, которая всеобъемлет, охватывает все болезни, которая пытается предотвратить заболевания на ранней стадии, пытается оградить вас от того, чтобы вы не заболели, пытается прекратить распространение нового вируса и тех заболеваний, которые были. Несмотря на пандемию, мы проводили вакцинацию деток. Мы обследовали всех людей, которые нуждаются в дополнительных обследованиях, направляли на дополнительные консультации, лечили в поликлинике, выполняли свою работу, несмотря ни на что. Но меняется жизнь, меняются нравы. Но вы, уважаемые коллеги, остаетесь честными и верными своей профессии. Неизменными остаются ваши добрые руки, ваши ласковые глаза и светлые лица. В этот день я хочу пожелать вам самое главное – здоровья. Здоровья на долгие годы, чтобы вы оставались всегда такими же верными своему долгу. В преддверии этого прекрасного праздника я хочу выразить огромные слова благодарности нашим ветеранам. Тем, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, и тем, которые сегодня трудятся с нами бок о бок. Спасибо вам огромное за то, что вы делитесь с нами щедро своим опытом и своими знаниями. Нам есть на кого равняться. Я очень горда тем, что могу работать рядом с такими прекрасными людьми. Будьте счастливы. Никогда не унывайте, никогда не жалейте о том, что вы выбрали такую прекрасную профессию, самую главную на Земле, самую прекрасную на Земле. Низкий вам поклон.